голову плохим матом. Эй-эй-эй, бля! Ребята, когда у рекрузия 3000 метров, город Дэви, лед, блин, прям. Называется парапланчик. Где, бля, жена? Я знаю, ты меня запрещаешь. Я не сдержался. Я хочу детей. Да, я хочу детей.
Словакию, когда приземлился. То есть, я не могу сказать, что мне очень страшно. Я не могу сказать, что, ну, как говорится, я не трус, но я боюсь. Так, ну давай камеру. Ну ладно, давай так. О, молодец. Понравилось? Смотри. Очень понравилось. Как говорится, смотри в камеру. Достаточно экстрим. Достаточно экстремально. Достаточно интересно. Рекомендую Анатолия как проверенного пилота. Который вспомнил, наконец-то, как приземляться. Смотри, котик какой клевый. Он следующий.